В ожидании мы разговаривали с одним из боевиков, и он поклялся, если уцелеет, убивать семьи летчиков. Я похоронил уже 5 человек из своей, со своей семьи. Когда с моей семьи я похоронил 5 человек. Как я могу дальше жить? Вы скажите, когда я похоронил со своей семьи, именно с моей родной семьи 5 человек я похоронил. Как мне быть это? Как мне к ним относиться? Как мне смотреть им в глаза? А при чем их семьи? Как это? А при чем мои семьи, которые жили мирной жизнью, когда старики, отец, мать, при чем мои? При чем моя бабушка? Когда они бомбили? При чем моя семья? Я буду резать его семью, этого летчика. Я его семью буду резать. Курицу. И глазом не моргну. И не просто буду полностью резать, чтобы он сразу умер, а по чуть-чуть. Чтобы он 2 недели умирал, а не сразу. Вот так буду резать. Часа через 2 нас пустили наконец к Масхадову.